Для нас уже стало привычным, что инициаторами соревнования являются коммунисты. Автор этой книги – Михаил Аркатов, кузнец Волгоградского тракторного, правофланговой пятилетки минувшей и нынешней. Недавно его бригада выступила с новым почином, стала зачинателем новой перспективной формы соревнования. Главным критерием в нем, вместо плановых норм, стало сменное производственное задание, вытекающее из годовой программы цеха, составленное для каждого исполнителя с учетом мощности оборудования и в соответствии с требованиями государственного знака качества. В результате стали наглядными подлинные затраты труда и видимыми неиспользованные возможности как оборудования, так и организации производства. Инициатива аркатовцев, основанная на хозяйском творческом подходе к возможностям производства, стала составной частью деятельности всего коллектива. У Аркатова уже 3500 последователей во всех подразделениях завода. И еще один из результатов. Решено добиться представления нового трактора ДТ-75М на государственный знак качества уже в нынешнем году.